Смотри, какие места. Там болото. Тут граница между болотом и лесом. Прибор. А у меня еще, смотрите, какая красота. Такой выворотень. Вон сосна упала. Там даже залило водой. Вот так вот. Может, кто-то и живет. Ладно, мы идем дальше. Жжет. Проведай, кто там. Друзья, сегодня вышел на 2 часика перед закатом походить. Вон, дружок. Первая находка. Сигнальчик далеко не первый, уже шмурдяка накопался. Немерено. 2 копейки, 89-й. Вот такая незамысловатая монетка. Но это первая на сегодня. Дай бог не последняя. Все, поехали дальше. Так, ну вот вам и не последняя. Вон то место, где нашел двушечку. Буквально 2 метра. Такой же сигнальчик. Походу тоже двушечка, да, дружочек? Дружок. Походу двушка. А год какой. Дружок, определи год. Дружок не знает. 84-й. Так, ладно, 84-й. Ложим в сторону. Вон она. И самое интересное, здесь еще один сигнальчик. Дружок, ну уже не смешно. Отойди. А, как бы не пробка, да. Да, здесь пробка. Ну все, думал, какая-то рассыпуха. Просто рядом 2 двушечки. Ну все, ищем дальше. Друзья, возле вот такого места отдыха и других утех, в общем, насобирал ходячки. Это 2 копейки, вы видели? Это вот 5 монеток в разных местах насобирал. Идем дальше. Дышак! Дышак, дышак, дышак! Чисто! Дышак! Так, иду оттуда. Вот, прошел уже 50 метров. Сигнальчик пробочный. Ну, копаю все. У меня шмурдяка вон. Смотрите. Вот там вот. Вот так, шмурдяка. Копаю все. Все пробки. И тут повезло, походу. Монетос. Так, смотрим, что за монетос. Что-то с фокусом, уже темно. Походу, пятачок. Какой залипший. Сорок. Сорок первый. Не вижу, если честно. Похоже, 41-й. Вот такой вот пятак. Отлично. Ну, идем дальше. Вот это первая зачетная монетка. Да, пятак 41-го.
Берем. Так, друзья, здесь только что пятачок выкопал, и походу еще один сигнальчик. Сигнальчик паршивый. Это может быть 15, 20 или 10 копеек. Рамочник. Еще не смотрел. Но по сигналу то я знаю. О, монетка. Смотрим. Секунда. Вот монетка. Дружок увидел кого-то. Секундочку, смотрим. Птицы поют. Дружок! Охотник. Вот так, а мы смотрим монетку. По размеру 20. Ух ты, какая залипшая. Вообще ничего не понять. Офигеть, убитая. А давайте я почищу, покажу. Офигеть, друзья, я даже не могу вам сказать, что это. Вот смотрите сами. Она убитая в усмерть. Ну, мельхиор так не убивается. Может быть, это какая-то немецкая рейх. Фенинг какой-то цинковый. Ну, это какаль вообще. Рядом с монетой 41-го года. Все может быть. Ладно, ищем дальше. Вот и все, друзья. Видите, уже темнеет. Я откопался, еду домой. Не судите строго, вот такой вот экспромт. 2 часа копа возле дома. Что есть, то есть. Результат вы видели. Шмурдяка мне интересно показывать. Ну все, всем пока. До новых видео. С вами был Леонид.